Я вообще не понимаю, кто говорит про кризис. Сейчас только что заехал, оказывается, парковый, местечко такое, там одни комары должны были быть. Но посмотрим, что там сделает. Так вот, люди там тусуются и хотят купить эти квартирки. То есть у нас все, в принципе, нормально. Город Магнитогорск – это не кризисный город. И в некризисном городе у нас есть суперместечки. А суперместечки там, где можно и масло поменять, вот, и колеса поменять, еще и форсан залить, это вот здесь вот Советская 70. Приезжайте, меняйте. И для вас авторизированный центр по замене масла и добавлению нанокерамической присадки «Форсан» установил замечательный подъемник. Раньше-то было одно место, и тот, кто в момент обработки хотел просто масло поменять, ждал. Сейчас все гораздо проще. Меняем масла, заливаем нанокерамику, а еще для тех, кто на улице, шиномонтаж. И все это в одном месте, и улица-то правильная, Советская, 70. Итак, у вас новинки. Что это такое? Я понимаю, что у вас не только качественно изменился подход, у вас еще и количественно изменился. Ну да, совершенно, что изменился. Появился подъемник, появились новые масла, чисто японские. То есть качество тут без проблем. То есть также можно к вам приехать и масла поменять, и еще и колеса поменять, но еще и добавить нанокерамическую добавочку, форсан. Да, обязательно надо добавлять нанокерамическую присадку. Но она не считается присадкой форсан. Ее обязательно надо в любой автомобиль залить. Вот. А сколько она стоит? Ну, только чтобы понятно было. Ну, если на Савдепе от Жигулей 3000 стоит, там в зависимости от литража масла. И естественный вопрос. А можем ли мы продемонстрировать вам, как работает форсан? Ну, конечно, можем. Что для этого необходимо сделать? Ну, для этого необходимо сделать, первоначально обработать автомобиль. Вот. Потом он должен в течение 7-8 тысяч пробега обработаться, а потом только будет демонстрация автомобиля. То есть, если я сейчас продемонстрирую то, как мы это делали на центральной городской ярмарке, то все то же самое сегодня и здесь? Нет, сегодня автомобиль совершенно новый, он только заливает форсан. То есть мы продемонстрировать пока не можем, он еще не обработан, он только обрабатывается. Но после того, как зальется, это будет супер. Да, это будет очень супер даже. Конечно, ошибка-то и мне захотелось вам продемонстрировать работу нанокерамической присадки. Но вы-то подумать должны. Машине после дивного добавления жидкости необходимо проехать. Хотя, по сути, было бы классно видеть кишки двигателя, работающие без масла. И возможность-то таковая есть. Приедьте и посмотрите. Ну, правда, денег-то придется дать. Потому как за слив масла придется заплатить. И это тоже работа. Мне задают вопрос, а как ваш двигатель сохранить? Объясняю ситуацию, как я сохраняю двигатель своих автомобилей. Очень просто, я приезжаю сюда, обрабатываю форсаном. Дело в чем, много было сюжетов, я каждый раз двигатели свои обрабатывал, но вот люди, которые привозили нам химию, они куда-то исчезали, понимаете, да? То один исчез, то второй исчез, то третий исчез, то четвертый исчез. А вот форсан не исчезает. Форсан вам нужен именно здесь, на улице Советской, 70. Приезжаете сюда, грамотно обрабатываете и уже не паритесь о том, что у вас вашего двигателя дивный пробег. Потому как форсан этим делом занимается. То есть ресурс вашего двигателя увеличивается в разы. А если вы это делаете постоянно, то есть как нужно это делать, то вы на этом двигателе будете ездить настолько же долго, как вы его обрабатываете.